слезы и смех, взлет и падение, радость, печаль, дружба и ссоры, молчание, печать. Пусть мчатся секунды, недели, года. Семья — это то, что с нами всегда. В день любви и день семьи близких крепко обними. Чувством светлым наполняйся, теплых чувств не постесняйся. Расскажи, как любишь их, близких, милых и родных. Интересная история возникновения идеи этого праздника. Изначально она возникла во всем известном городе Муроме, который расположен во Владимирской области. Почему мы всегда говорим, что семья – это самое главное в жизни человека? Почему нужно бережно к ней относиться, любить своих близких? Наверное, детям, которые пришли на мероприятие, никто и никогда не задавал таких вопросов. К сожалению, в последние годы ценность семьи существенно упала в глазах молодого поколения. По этой причине жизнь святых Петра и Февронии – хороший пример, ведь она стала идеалом супружества, любви и верности. Директор музея имени Василенко Наталья Юркова сумела найти нужную точную информацию для рассказа о святых, пригласила в гости юных артистов. В эти дни такие праздники музей и его помощники проводят во многих лагерях Таганрога. Символом Всероссийского дня семьи, любви и верности была когда-то выбрана ромашка. С этим цветком были организованы в лагере игры, ребята вспоминали книги и сказки, в которых говорилось о дружной семье. Мастер-класс тоже был посвящен символу семьи. Дети своими руками изготовили подарки своим мамам. В лагере 9-й школы сейчас находится около 120 детей. На территории 9-й школы с углубленным изучением английского языка с 3 июля у нас действует лагерь пришкольный, который называется «Смайлики». До 23 июля он будет продолжать свою работу. И хотя в наших условиях нам не разрешают выходить за пределы нашего школьного двора, но день наших ребят расписан по минутам. У нас работают кружки: веселый английский, музыкальный, клуб юных друзей полиции, изо-студия. А что еще у нас есть? Клуб любителей книги, спортивный клуб. Каждый день по полчаса дети расписаны буквально по минутам, все занято по интересам, виды деятельности сменяются. К нам приходит музей Василенко, музей имени Дурова, будет у нас Зорница.